Плоды нового урожая – знак новых достижений. Гродно подключился к республиканской акции «Наш год – наш выбор», инициатором которой является общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». Во время проведения мероприятия волонтеры БРСМ, учащиеся 10-й гимназии, раздавали гродненцам символ акции – красное яблоко со стилизованной в цветах государственного флага Республики Беларусь ленточкой. Это красное яблоко, это как символ плодородия земли, как символ процветания нашей страны, как символ молодежь, это же плоды нашей республики. Поэтому сегодня в рамках акции «Наш год на выборы» мы хотим плоды, которые мы собрали вчера с нашей молодежью, вручить жителям города Гродно и вообще гостям, молодым ребятам, детям, чтобы они, как и мы, молодежь, были такие же динамичные, такие же целеустремленные, такие же яркие, и чтобы в наш год все было очень интересной по-особенному. Днем ранее этот урожай яблок собрала студенческая молодежь Аграрного университета в саду сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кремко. И в нынешний четверг около 1000 штук спелых наливных фруктов раздавали возле молодежного центра Гродно, Гродненского областного клинического перинатального центра, возле железнодорожного вокзала, средней школы номер 38 и культурно-развлекательного комплекса «Восток». К слову, данная акция – своеобразное продолжение проекта «Цветы Великой Победы». Нынешней весной актив БРСМ принимал участие в посадке яблоневых деревьев, а сейчас молодежь собирает плоды, в том числе и плоды своих достижений для родной Беларуси. Наталья Иванченко, Сергей Печерица, новости «Гродно плюс».